5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцест, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Драгомир. Я уже рейдил ее, нам понадобятся обычные топоры, даже не железные, вроде бы как, или один все-таки железный будет нужен. Да, один железный нужен будет, чтобы вскрыть вот эту вот стеночку, которую я показывал в прошлый раз. За ней стоит маленький ящик, ну если вам так удобнее будет от зомбарей отбиваться. Готово. На трех волне избавился. Сломал все, что только возможно, кроме вот этого вот ящика. Начнем отсюда. И ничего интересного. Окей, идем дальше. Тоже ничего интересного. Здесь тоже в верстаке пусто. Этот ящик я ломал. Да. Тут два пива, которые у меня украли, и три бутылки воды, которые у меня украли. В станках ничего нету, ничего. Окей, идем дальше. В этом ящике. Руда. Руда. Ну, это поинтереснее уже, я бы не сказал, прям топовый лут. Микросхему, которую у меня сперли. Изоленту можно забрать. Больше ничего. Красный талон, бензинчик. Вот это у меня украли. Не хватает 20 вяленого мяса. Собственно, вот оно. Так, ну, доски я заберу. Кожа, не знаю. Камни пусть будут. Наверное. Для чего-то пригодятся. Кожа, ну, пусть будет вот так. Наверное, пойду все это быстренько положу в байк. И заберу все-таки железную руду. Мало ли, может пригодиться. Кстати, в последнем ящике я еще не показывал. Здесь гаечные ключи. Гаечные ключи, я сказал. И... А, ну из интересного больше ничего. Поэтому заберу-ка я руду, пожалуй. А, ну все, заберу, да и все. Я сломаю еще вот эту штуковину. Сотня. Нет, 99. Ничего. Осталось лишь сломать вот эту. Навряд ли найду тут кожу. Ну, попробовать... Не, ну 4, ладно, пусть так, пусть лежит. 4 штуки, и это мало. Мало. Сейчас я быстренько покажу лутец, который мы забираем с собой. На паузе можете посмотреть, если интересно. Хочу пробежаться по базе, посмотреть. Может, я что-то упускаю, но мне кажется, что база была такой же. Ничего не изменилось, и больше тут никаких пристроек не было. Да, все точно такое же. Ну, а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.